За свою более чем 30-летнюю историю компания Creative добилась огромных успехов в области цифрового звука. Можно сказать, что эпоха звуковых карт началась именно с изобретения сингапурцев 25 лет назад. Но сегодня мы поговорим о событиях не столь отдаленных во времени. 20 сентября Creative представила в Москве сразу несколько новинок под своим знаменитым брендом Sound Blaster. Беспроводные колонки серии X, стильные беспроводные наушники для геймеров серии Tactic 3D со светодиодной подсветкой и звуковые карты серии Z. Вряд ли вы удивитесь тому, что новинки используют передовые технологии и звучат еще чище, почти на студийном уровне. Тем не менее, некоторые фишки заставляют не просто обратить внимание, а по-новому взглянуть на устройства, которые буквально вчера казались обычными. В новую линейку X входят три акустические системы — SBX 20, 10 и 8. Модели оснащены четырехъядерными процессорами и отличаются по сути размером, мощностью динамиков и наличием провода у младшей SBX 8. О качестве звука было сказано просто. Это Sound Blaster, ребята. Однако сегодня этого мало, поэтому компания изменила представление о том, для чего вообще нужны колонки. Нам удалось пообщаться с директором по маркетингу Creative, и вот что он сказал. Sound Blaster X подходит не только для игр, музыки и кино в привычном понимании. Наши колонки улучшают качество звука во время просмотра роликов на YouTube или стриминга музыки со Spotify. Они также незаменимы для звонков и видеоконференций по Skype. Наша акустическая система идеально работает в качестве гарнитуры. Вы можете легко беседовать по телефону, перемещаясь от одной колонки к другой. При этом не обязательно говорить прямо в телефон. Встроенный микрофон колонок без усилий распознает ваш голос. Алло, привет. Привет. Как дела? Я вот на съемках разговариваю с колонкой. А, круто. Передавай привет Games TV. Привет, Games TV. Все, спасибо большое, пока. Еще Sound Blaster X охотно взаимодействует с Siri. Вы можете узнать погоду и включить музыку, даже не прикасаясь к своему iPhone. Ну или iPad третьего поколения. При необходимости процессор SBX удалит из фона лишние шумы. Звук работающего фена, пылесоса, неважно. Собеседник услышит только вас. Работу этой фичи как нельзя лучше показал Ник Агиляр, менеджер по продукции Creative. So when I turn the hair dryer on, you can obviously hear that it's going to be a little bit difficult for us to continue to talk. But when I turn noise reduction on, the hair dryer is completely eliminated. Помимо шумоподавления, Sound Blaster X использует множество фирменных технологий по обработке звука. Например, Crystal Voice FX поможет изменить ваш голос до неузнаваемости. Например, ради смеха можно поговорить голосом Хортона. Также SBX Surround имитирует объемный звук, хотя и не очень успешно. Необходимо понимать, что одна колонка не заменит систему 5.1. Вообще, серия X разработана с прицелом на массовый рынок, так что аудиофилам лучше задуматься о профессиональной аппаратуре. Смысл новой линейки — адаптировать банальные колонки к реалиям современной жизни. Поэтому все без проводов, с акцентом на интернет и для людей, для которых смартфон стал неотъемлемой частью жизни. Для работы с колонками было написано приложение Creative Central под iOS и Android. С его помощью вы можете слушать музыку, переключаться между разными режимами работы, а также настраивать эквалайзер. Не обошли вниманием и настольные платформы. Панель управления для PC и Mac позволит с точностью регулировать звук и сделать его таким, какой он нужен именно вам. Подведем итоги. У колонок серии X широкий спектр применения. Вы можете погрузиться в игру или кино, а можете слушать музыку, легко переключаясь на разговоры по скайпу или телефону. Старшая модель SBX 20 стоит $200, младшая в 2 раза дешевле. Рекомендуем всем, кому обычные колонки могут показаться скучными и малофункциональными.